Всем привет, дорогие друзья, любители видеоигр. Сегодня мы будем побеждать на сервере Кристаллик. Надо закупиться блоками и все, ребят. Заметил, что на Кристалликсе активно стала набирать обороты детская тактика, так называемая. То есть вы ничего не делаете, кроме того, что просто тупо строитесь. То есть вы ничего не фармите, вы просто тупо строитесь на противников и все. По большому счету все. То есть вот такая глупая тактика, но ребята на только ее и юзают на Кристалликсе, поэтому... Мы будем ей пользоваться, как и пользуются ей враги. Так, уходишь. Все, я простроился, короче, к этим. Типа, я упал, вот и все, я просто упал. То есть так это и работает. Зараза, как я упал-то? Ну почему налево-то не нажал эти кнопки? Сломай кровать, они к нам идут. Я не добегу, к сожалению. Не успею. Слил? Да. Еще один бежит. Все, он упал сам. Я взорвал его, походу. Хорошо. Затаргетил мобов. Видел, да? Типа я их тактику завязал, все, смерть сразу. Моментальной кровати нет. Все, где она? Где она? Да, горит она. Короче, сейчас надо будет купить меч. Ой. Клоунфиш включился. Чтобы просто сейчас так же сделать и разнести. Проверяй, короче. Надо алмазы пофармить. Это тоже хорошая идея. То есть их больше нет, да? Этих типов. Это аквамариновые были, да? Получается так. Почему голубым ими не назвали? Непонятно. Цвет так голубой. Боятся. О. Честно, не знаю. Все, короче. Три алмаза есть. Ты фармишь, да? Нужен один алмаз еще, да? Нужен на меч. Короче, может, на мид сходишь там? Я мостик простроил на мид практически. Я могу белых слить сейчас. Слей. К ним сзади простроиться можно, они даже этого не видят. Да, все, короче, начинаю строиться. Сейчас еще блоков закуплю и побегу к ним. О, сейчас будет. Сейчас куплю сначала броню. Ну, к нам смогут с мида пройти, ты понимаешь, да? Понял, да. Только вот зря ты, наверное, сейчас это сделал, простроился. Ну, и не простроился бы я, простроились бы они. У меня 3 изумруда уже, мне кажется, будет нам в 3 раза больше. Все, понял. 6. Белых до сих пор не слили, я к ним сзади начинаю строиться. Или это был блок? Ну ладно. Так, я залутал 12 изумрудов, это хватит на 20 оборотней. Они меня все еще не видят. Да, все, я строюсь на спокойных. Ну надо тебе купить алмазку все-таки. Ты бежишь? Да. Да, ты. Иди на базу в любом случае, надо алмазку купить. Сейчас все будет. Купи себе алмазку, мне же не хватит. Оп. Все, они не видят. Почему я уже почти у них. Хватит? Я изумрудов в деревянный сундук положил, в общем. Сколько там? На алмазку там, я же тебе говорю. Несколько раз сказал. Все, понял. Все, смотри, что делаю. Ребята, это опук. Они не слышат. Окуп. Я на шифте. Че, давай с тобой пойду? Что, не знаю. Давай, иди ко мне быстрее. У меня 2 фаербола, 1 динамит. Подожди, не беги. Надо, чтобы ник не было видно. Угу. Крадемся. Он убежал с базы. Все, иду ломать. Иду тоже. А-а-а, они тут водой все застроили, забей. У меня динамит есть и фаербол. Ты главное выживи. Я-то выживу. Уходи. Проблот. Что это за дерьмо? Они водой просто залили все. И че? Я ломаю. Ломай. Просто не ссы, ломай. Я ломаю. Чел-то у него в алмазке. На косу жестко, вообще лох хп. Слил. Слушай, это гении игры какие-то. Ну и что, я сделаю, типа взяли... здесь на их базе один. Меня тоже слили, надо тоже воду покупать, но короче. Меня не слили, в смысле тоже. В смысле слили? Меня не слили, в смысле а, тоже. А, не слили? Нет, конечно, зачем мне сливать? Я хороший человек. Я, блин, я на их базе сверху, короче. Я купил воду, иди я быстро сюда, на их базе сверху. Да просто все, воду сверху застроить, там же один блок, нет, ты не догадался? Так и делаю. Значит, 3 алмаза с собой. Я бегу. Слушай, нас могут запушить, пока я ухожу отсюда. Да не могут, блин, давай иди сюда. Они тут тупят около меня. Давай быстрее, тебя не видно. Ты где? Закрыл им воду? Я тут. Не закрыл. Давай, сливай алмазник. Все, он тебя увидел. Я на одного, ты на другого нападаешь. Быстро. Закрываю воду. Закрыл практически. Сломал одного? Закрыл, все. Ее нет. Второго накосил. Как успехи у тебя? Идеально. Я бегу снова. Я пол хп. Все, у меня нет. Тихо. Ты алмазку купил? Все, сломал кровать. Не купил. Почему? Следи одного, за вторым бегу. Они заспавнятся еще раз, нет? Ты подожди, нет, а что, ну а что тебе подождать, лень стали 30 секунд? Нет, надо всегда подождать просто, и все, что сложно. Все, к нам бегу, очень много рез. Там алмазы мои должны были остаться, 4 штуки. Нету. Все, возвращаюсь, короче. На удивление нас все еще никто не запушил, ты понимаешь это? Ну, я с тих алмазы еще залутаю. Потому что люди играют, поэтому. Чел ходил на мид, но свалился, на зеленый. Я предлагаю зеленых слить, а не на Б. Давай алмазы, принесу тебе сколько? У меня 4. У меня 5. Что можем взять? Ну, я не помню того расценки. Приезжай на базу, посчитай. Все, тут. Скажи так. Болд. Алмазы в сундук, быстро. Не тяни и покупай себе алмазку. Кинул. Яндок. Оп. 6 изумрудов в сундуке. А и фирме? Да. У меня... Сейчас я застраиваю. Надо кирку приобрести. Пошли на зеленых, а не на Б. Сейчас я застрою. Все. Ну, мне на мид прыгнул зеленый, он очень, кстати, не умеет. Я бегу. Ходить практически вообще. Он не умеет ходить. Да.
Ну, на шифте вон на миду. Все, пробегаем на их базу, пока он на миду. Ты уверен, что мне не стоит здесь остаться? Вдруг он нас запушит? Нас? Прям именно нас? Да. Я на его базу бегу. Я с тобой. Я просто не знаю, где его база. Ну, слева, наверное. Да, слева, слева. Хорошо, как-то не застроились, молодцы. Настраиваться не надо, это лишнее. Ты сломал? Угу. Серый справа можно тоже сломать. Да. Да, да. А вот иди назад, пожалуйста, сейчас. Все ок. Найс. Второй тут же. Фулл маска. Я бью его. Пофиг, бей. Просто... Все, ломай. Сломать. Сломал? Лучший. Все, просто дефаемся. И у меня музыка в мане заиграла. Грустная. Хотя победа. Слева, слева. Но я не хотел. Все, просто дефаем. От зеленых? От самой нубской команды? Все, ладно, давай запушим. Я бегу. Ты там у них? Нет, я не знаю где. Я на центре уже. Шахтер 2 вкачал, копать будем быстро. Я на базе серых, типа я же не успел выбежать с ними. Но они тут рядом. Где? Ты же сливал их, нет? Ну так да, только я кровать-то слил, а я же не знаю там где. Там не было. На миду, значит, помнишь там чел на миду был зеленый? А прикинь, если они под островом сидят. Иди на нашу базу, короче, и сиди там. Я бегу. Нас сломать могут спокойно вообще. Конечно могут. Я же думал, ты зеленого-то не слил, видишь? Значит, вон они, вижу. Где? Он сейчас к нам на базу побежит. А, нет, ну ему долго. Очень. Он на базе белых. Он побежит или не побежит? Я уже на нашей базе. Пошли сольем. Может оставим, может сольемся им, просто подадимся и все. Ну слушай, хорошая идея, давай. Вон, закупается. Угу. На базе белых. Да прекрасно. Давай сейчас он на руках. На кирках, кирку возьми. Не-не-не, он фулл бай. Какой фулл бай? Фулл бай всем пока, типа? Да. А тиммейт его? Полная пока. Неизвестно, они скрываются. Наша база, наверное, уже стоит. Тоже так думаю. Здесь какой-нибудь компас, там что-то такое. Короче, я могу есть, слиться, наверное? К нему тэпнуться. Посмотри, где он. Думаешь, так это работает? Я пока скину тогда вещи вот так вот, оп, так и сделаю. Это чел, по-моему, АФК был все время. Может, он даже АФК на базе стоит, я его не заметил, хрен знает. Он на своей базе сверху скайбазу построил. Он просто в воздухе там висит. Фаерболами давай его разбомбим. То есть, надо блоков закупиться, блок. То есть понимаешь, да, как это работает, типа... Так давай со мной, надо, мы я же профессиональный оператор. Подожди. Оп. То есть он на своей базе, на базе зеленой, да, сверху. У него вообще ничего нет, но при этом он застроился наверх. А зачем? Я не знаю. Я вижу, он там ходит по стеклу. А, смотри, так стекло же, наверное, фаерболом-то это не самое. Мама, его скинет, зато там через блоки волна доходит. Да. У меня 8 фаерболов есть. У меня 3. Почему у меня 8? Ты программист или нет? Где он? А, вот он. А, так он в стекле стоит прям. Ну, у него лоу хп уже должно быть. Строй платформу еще регулярно. Потому что он может штуку скидывать. Все у него сверху. Угу. Вот все нафиг. Бумби, Анатолий. Напиши ему в ЛС, это Анатолий? Нет, это 9381. Изи. Всем, ребят, спасибо за просмотр такой невероятной катки. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Все полезные ссылки будут в описании, а также на Дискорд, в котором мы сейчас записываем. Обязательно переходите в описание, ребята, Дискорд наш там есть, общайтесь. Мы зовем там людей на запись, поэтому не забывайте перейти. Всем удачи, пока-пока. Пока-пока.